«Ах, мадам, я вернулся. Вы рады? Столько мне рассказать нужно вам. Ну, не дуйте с палет. Ну, не надо. Вы ведь ждали меня? Да, мадам». «Ах, месье, со среды вы в Париже, а сегодня суббота. Позор! Убирайтесь, я вас ненавижу. За весь месяц ни строчки, все вздор». «Ах, мадам, в то, что вас не покину, даже на день, клянусь. О, Палет, я желаю представить вас сыну. Вам его счастья большего нет». «Ах, месье, вы пришли сюда, чтобы посмеяться, унизить меня. Для начала представьте особу, с коей видит вас целых 3 дня. «Ах, мадам, об одном я мечтаю — объявить, что мы муж и жена. Элоиза же просто святая, возвратила мне сына она». «Ах, месье, слухи, сплетни, бог с ними, стали вы другими, в этом вся суть. Элоиза — знакомое имя. Расскажите о ней что-нибудь». «Ах, мадам, возраст, титул, доходы. Добираетесь вы до корней. Эта дама из знатного рода. Ровня вам, подружите с ней». «Ах, месье, о, Жерар, ради бога, что за блажь подружить нас? Зачем? Навалилось и так слишком много мне на плечи забот и проблем». «Ах, мадам, ну какие проблемы? На обед приглашаю вас я. В дом к себе, где за стол сядем все мы. У меня, наконец-то, есть семья». «Ах, месье, обещали поведать вы о поисках сыне своем. Если мы сейчас едем обедать, как смогу я узнать обо всем?» «Ах, мадам, не держу я в секрете. Ничего, все откроется вам. Мы беседовать будем в карете, а затем за обедом, мадам». «Ах, месье, я... А ваш сын, он что, тоже видит в радужных красках весь свет? Вам вдвоем хорошо? Но, быть может, станет третий и лишний Палет?» «Ах, мадам, я Анри с баронессой рассказал про наш с вами роман. Ждут они вас с большим интересом. То, что шанс удивить их вам дан». «Ах, месье, я, ваш сын, баронесса, тайна здесь и любовная страсть. Ох, дурно мне, перед глазами завеса, ах, так и в обморок можно упасть». «Ах, мадам, хватит грусти, печали, слез не лейте, утрите лицо. А пока вы еще не упали, мой примите подарок — кольцо». «Ах, месье, вы торопитесь снова, не боясь ничего потерять. К сожалению, я не готова так стремительно жизнь менять».